С 10 июня вступает в силу норма, согласно которой максимальная сумма выплат по депозитам при наступлении гарантийного случая увеличивается до 1 миллиона сомов, сообщил исполнительный директор агентства по защите депозитов Кадырбек Букуев. Повышение суммы предусмотрено в изменениях, принятых в закон о защите банковских вкладов депозитов. Если ранее возникал такой случай, выплачивалось только 200 тысяч сомов. Выплата компенсации должна начаться в период не позднее 30 календарных дней после наступления гарантийного случая через банк-агент, который выберет агентство. Банк-агент обязан выдать вкладчику выписку о причитающейся ему компенсации в момент осуществления компенсационной выплаты. Согласно данного закона, агентство будет выплачивать вкладчикам банка, физическим и индивидуальным предпринимателям компенсации по депозитам при наступлении гарантийного случая в размере не более 1 миллиона сомов в совокупности, включая проценты по депозитам. Участие в системе защиты депозитов обязательно для всех банков-резидентов, филиалов иностранных банков, расположенных на территории Кыргызской Республики. В настоящее время все 23 коммерческих банков, которые действуют на территории Кыргызской Республики, и одна микрофинансовая компания, и одна жилищно-сберегательная кредитная компания входят в систему защиты депозитов.